Всем привет! Сегодня мы приехали на море не просто прогуляться. Приехали открывать купальный сезон. Еще не купались. Не знаем, какая абсолютно температура воды. Сегодня все посмотрим. Открывать сезон будем на нашем пирсе в Приморском. Народу я уже вижу очень много. И мы выбрали как раз такое время, когда уже не жарко, и вода точно прогрелась. Это 4 часа дня. Но единственное, народу будет много, потому что обычно в это время все идут. Там пообедают, дневной сон, и потом к морю, чтобы охладиться. Люди даже рыбачат, местные жители. Очень много детей, потому что все лето, начались летние каникулы, долгожданные для детей каникулы, когда можно все гулять допоздна и купаться в море. Сегодня штиль, практически штиль, как я вижу. Сначала заехали на детский пляж, там еще мостик не успели поставить, хотя папа сначала хотел там покупаться. Тима, Тим, неси все сюда. Ну да, в основном дети и пожилые. Можно будет даже попрыгать с тумбочек. Это самое веселое занятие. Уже очень много дней стоит жара, 30 с лишним градусов, поэтому мои ставки, что море уже, я думаю, прогрелось. Идем переодеваться, снимать одежду и в купальничках. Мерить обязательно воду, я взяла с собой градусник. Все как обычно. Около берега, конечно, очень много водорослей. Они не всегда бывают, но вот сегодня как-то много. И, наверное, из-за них немножко попахивает водорослями. Сейчас я пройду на глубину и померю температуру воды. Ну, сразу говорю, вода очень теплая. Прям. Я уже, конечно, наверное, растеряла свои навыки по измерению температуры самой собой, но, наверное, 26, наверное, есть, я думаю. Странно, но весной вода была такая прям прозрачная. От чего это зависит, конечно, не знаю. Возможно, то, что здесь уже наболтыхали, находили, и этот тыл, который внизу, он поднимается. В общем, сейчас буду измерять. Наверное, даже не 26, мне кажется, даже гораздо теплее. Потому что бывает, что летом даже прохладно заходить, а сейчас прям как парное молоко вода. Ну, в принципе, 29 градусов, почти что 30. Но это, конечно, очень хорошая температура. В общем, да. Значит, вода в Таманском заливе 29-30 градусов. Обычно Азовское море 24-25 градусов, Черное море 22-23, так что жара сделала свое дело, это однозначно. Так что уже можно смело ехать купаться на Таманский залив как минимум. Конечно, нужно еще будет как-нибудь поехать на Азовское море, там померить температуру. Вот, так скажем, без проверки цифрам я не доверяю, нужно самой проверить. Действительно, около берега дно набултыхано, из-за этого там даже дна не видно. Вот, а здесь уже вода почище и более прохладная. О-о-о-о. Ну да, чувствуется прохладнее. А то что-то я так это, около берега это померила. Можно было бы и здесь бы померить. Но здесь, наверное, 27. В общем, около берега папа 29-30. Ну, здесь 27, по моим таким ощущениям. Не знаю. Вот столько народу купается. Ну, все, открываю я курортный сезон 22-го года и окунаюсь.
Все. Еще, наверное, сегодня я попрыгаю вот оттуда, с тумбочек этих. О, да нет, тело быстро очень привыкает. Хорошая вода, да. Очень хорошая. Я уже с открытыми глазами поплавал. Да? Мы же, кстати, маску взяли. Я знаю. Можно в маске, если что, поплавать. Народу все больше, больше идет. Это прям максимально классно и так освежающе. Я уже несколько раз попрыгала. Ах, как я скучала по всему этому. Здорово. У нас с собой еще есть маска, так что сейчас я поплаваю, посмотрю на водоросли, возможно, на рыбок. Мама все-таки тоже решилась. А нет, водичка вообще классная, особенно когда уже окунешься, уже прям самое то. Парное молоко. Ну все, покупались. Единственное, плохо, что нет кабинок для переодевания. Приходилось просто приловчаться, чтобы переодеться. Можно, конечно, идти в сыром, но я вообще не люблю в сыром уходить после копания, поэтому мама мне помогла. Без мамы, наверное, я бы не смогла переодеться. Потому что приходится полотенцем уворачиваться и уже одежду менять. И сейчас уже народу меньше стало, все потихоньку уже домой возвращаются, но купание было очень хорошее. Вода идеальной температуры, так что сейчас надо будет почаще ездить купаться, потому что море помогает охладиться в жару, тем более в такую жару, которая уже сейчас наступила.